Удобнее для водителей и безопаснее для пешеходов. Дорожники приступили к строительству кольцевой развязки в Инзе. Она расположится на пересечении улиц Шоссейная, Вокзальная и Гагарина. Таким образом, будет ограничено движение вблизи возведенного собора в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Строительство нового кольца поможет увеличить пропускную способность машин и повысить безопасность движения. Даже пройти вот сейчас было невозможно. Через дорогу пройти было, вон по той стороне вообще выйти нельзя было. Везде все было, а машины, проезд очень был сильный, и не могли даже никак это перейти дорогу. Работа на участке кипит. Уже демонтировали бордюры и ограждения, расширили проезжую часть, уложили пешеходные дорожки. По плану до конца мая все земляные работы будут завершены. Июнем у нас уже будет готово 50% дорожной одежды. Сейчас идет работа с тротуарами, то есть вот эти вот участки, ось 2 и ось 4, идут маем месяцем перенос коммуникаций. Помимо самой дороги, в проект устройства кольцевой развязки входит установка освещения, дорожных знаков, пешеходных переходов и строительство парковки. Все работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в этом году на территории области отремонтируют трассы на 56 объектах общей протяженностью 130 километров. Анна Тищенко, новости Улправды ТВ.